This is supposed to be paradise? Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вы на канале Nintendo, и сегодня у нас необычное видео. Мало того, что оно про одну из моих самых любимых героинь, Байонетту, мы ее даже в студию пригласили. Всем приветики! Пистолет на место. Но самое важное, этот ролик вышел благодаря вашей поддержке на Boosty и Donation Alerts. Мы собрали, точнее вы помогли собрать там необходимую для озвучки этого видео нашим золотым голосом видеоигр Борисом Репетуром сумму. И поэтому закадровый текст почитает именно он. А фактами и отличным косплеем вас порадует Анастасия. Ну что, Настя, начинаем? Конечно. Борис Аронович, вам слово. Здравствуйте, с вами Борис Репетур. Спасибо вам за поддержку. С такими подписчиками каналу Nintendo все по плечу. И я с радостью поучаствую и в других роликах. Вы, главное, не забывайте ставить лайки, прожимать колокол, ну и, конечно, писать комментарий. Начинаем! Хидэки Камия, ты чертов гений! Именно так хочется обратиться к создателю серии Байонетта за то, что подарил нам одну из самых эпатажных, провокационных и при этом очаровательных героинь видеоигр – ведьму Байонетту. Как и сам Камия, его протеже известна своими эксцентричными поступками, из-за которых за ней даже закрепилось прозвище «Шальная доминатрица». Любовь к доминированию у нее в крови. И пока Байонетта неустанно шлепает ангелов по мягким местам, а Камия щедро раздает баны своим подписчикам в Твиттере, нам остается лишь терпеливо ждать красного дня календаря. Третья часть совсем не детской серии выходит уже 28 октября. Между прочим, в один день с новой частью Call of Duty. Но наш рассказ не о ней. Байонетта 3 — игра большая и важная, разработка которой длится уже много лет. Для такого события мы запускаем новый формат — встреча во всеоружии. В рамках этого ролика мы для начала расскажем о предпосылках создания Байонетты, напомним особенности и основные сюжетные перипетии двух частей, ошарашим вас занимательными фактами, в том числе о готовящейся трешке, а заодно посоветуем самые достойные игры, чтобы скрасить ожидания возвращения ведьмы клана Умбра. В 2022 году Камию можно смело поставить в один ряд с такими японскими мэтрами геймдизайна, как Йоко Таро, Синдзи Миками и Хидео Кодзима. Пожалуй, по любви к шокированию неподготовленных игроков, Хидэки заткнет за пояс любого из этой троицы. Когда-то Камия генерировал крутых персонажей без остановки. Именно он придумал ганслингера Данте из серии Devil May Cry, волчицу Аматерасу из Акаме и отвязного супергероя Джо из Beautiful Joe. Пантеон у бывшего помощника Синдзи Миками с годами разросся до неприличных масштабов. Практически каждого титульного персонажа, созданного Хидэки, можно определить по зашкаливающей крутизне и легкому пренебрежению к опасностям и окружающим. Еще до подтверждения поклонники серии были уверены, что Камия, исполнительный продюсер Байонетта 3, пронет трюк в духе Кодзимы, когда тот спрятал за популярным героем, бигбоссом, никому неизвестного Венома Снейка. Камия, как настоящий альфа-самец, переносит черты своего характера на любого героя, независимо от его гендера. Именно так он придумал поджанр экшенов под названием «Character Action». Основной изюминкой поджанра является акцент на главного героя или героиню. Он должен быть круче любого предыдущего супергероя в послужном списке разработчика. Поэтому ведьма Байонетта, чье настоящее имя Цереза, получилась еще более убийственной и опасной, чем Данте или Леон Кеннеди, которому геймдизайнер также приложил руку. Впервые с байкой геймеры познакомились в 2009 году. Тогда еще незнакомая для нас дама в монашеском одеянии среди ночи проводила на кладбище ритуал призыва ангелов, как вскоре оказалось, с целью разорвать их на кровавые ошметки и вытрясти немного божественной валюты в виде нимбов. К слову, они чертовски напоминают колечки из Соника. Остальные герои были ей под стать.
Демон и бармен Роден, убивающий нечисть и производящий из нее оружие, боевитая ведьма Жанна, строгая и официозная истребительница ангелов и гробовщик Энзо, который за звонкую монету согласен на любые непотребства. С первых же минут игра подчеркивает дуализм главной героини. С одной стороны, это опаснейшая убийца, призывающая в бою дыбы и БДСМ-устройства для пыток представителей местных райских кущ. На две версии Байонетты намекнули в дебютном трейлере, когда цифра 3 была разрезана надвое. Уже тогда фан-сообщество обратило внимание, что героиню Байонетты озвучивает новая актриса. И это при том, что бессменная Хелена Тейлор вновь принимает участие в игре над неанонсированной ролью. С другой же стороны, будучи без пяти минут богиней, Байонетта не лишена человеческих качеств. Так она проявляет симпатию к малышке, как две капли, похожую на юную Байонетту, и даже помогает ей пережить целую череду покушений ангелов-убийц. А для истязания гнилых внутри, но монументальных снаружи ангелочков у нее есть парочка интересных приемов. Совершенно убийственные пытки и лайтовые наказания со шлепанием парализованных от ужаса соперников. Двойственность героини проявляется еще и в том, что она не стесняется превращать поверженных серафимов в орудие убийства, добавляя их к своему демоническому арсеналу. Сюжет первой части посвящен расследованию Байонетты, которая очнулась на дне озера, вернувшись из мира мертвых. Теперь она пытается разобраться в том, что это за клан Умбра такой. Почему маленькая девочка, как две капли воды, похожа на саму Байонетту в юном возрасте? И отчего же ее собственный отец Балдер, который вроде как должен был олицетворять силы света, пытается воскресить богоподобного ангельского монстра по имени Юбилеус, который позволит небесам править всем остальным миром. Пролетающие перед глазами сценарии напоминают езду по ухабистой дороге с резкими поворотами. Камия не стесняется закидывать игроков твистами, одним лихим трюком за другим. И все оказываются не теми, кем кажутся. Так, например, Жанна, которая на фоне неформалки Церезы выглядит образом Мэрил Стрип из «Дьявол носит Прада», долгое время исполняет роль антагониста. А потом оказывается, что они с Церезой лучшие подруги. А девочка, столь ярко напоминающая ведьму, вообще оказывается ей же, но из другого таймлайна, действие которого происходит в прошлом, и Байонетта еще не успела из капризного ребенка вырасти в секс-бомбу. От такого голова кругом пойдет, верно? В титрах разработчики Байонетты указали себя как команда маленьких ангелочков, то есть Team Little Angels. Эта пасхалка отсылала к титрам первой части DMC, где авторы назвали себя командой маленьких дьяволов. Но интереснее всего придумали с мотивацией главного злодея. Понять поступки которого нам удастся только после знакомства с ним же, но молодым, во второй части серии. Если кратко, то он хороший парень, вынужденный делать плохие вещи. Кто бы мог подумать. Во второй раз после Devil May Cry Камия активно цитирует божественную комедию поэта Данте Алигьери. Если в прошлый раз он взял оттуда имена Вергилия и, собственно, Данте, то на этот раз позаимствовал тройственность реальностей – Парадизо, Инферно и Пургаторио. То есть чистилищ. Это специальная реальность, на которую Байонетта переключается в бою, чтобы не навредить людям в их мире. Шалунья знает, что она хороша. Приемы, атаки, добивания буквально пропитаны зашкаливающей сексуальностью героини, которая намеренно принимает вызывающие позы и частенько пожевывает чупа-чупсы. Так что нет ничего удивительного, что впервые в слэшерах Байонетта предложила геймерам режим прохождения одной рукой с автоматическими атаками. Сами понимаете, игра получилась сложной. И для казуалов сделали свой изи-мод. Гильотина, дыбы, плетки, железная дева, балетные по ДД и арсенал стрелкового оружия на руках и ногах не дадут заскучать. Вскоре после начала игры выясняется, что костюм на героине отнюдь не латексный. Это ее собственные волшебные волосы, которые используются в заклинаниях и атаках, обнажая Байонетту. А еще в теле героини скрыто несколько демонов, которые помогают ей в особо важных боях. От мадам Бабочки до демоницы Шебы, способной вышибить из ангела душу и мощным пинком отправить ее аж на солнце. Первая часть приключений ведьмы до сих пор остается эталонным слэшером, которому не хватило одной единственной вещи. Достаточно убедительных продаж, чтобы серия оставалась на плаву и получила любовь со стороны издателя. Увы, несмотря на теплый прием геймерами, цифры проданных экземпляров на Xbox 360 и PlayStation 3 не устоили компанию Sega,
которая так и не дала разработчикам зеленый свет на создание сиквела. Мол, покупать вторую часть не захотят, даже не надейтесь. Над каждой игрой в серии работал не только Камия. Для третьей части пошивом виртуальных костюмов занималась иллюстратор Мариси Мадзаки. Ранее она работала над дизайном некоторых персонажей предыдущих двух игр, а заодно трудилась над такими хитами, как Tekken и Soul Calibur. И также подбирала галстуки к ботинкам и клатчи к платьям. Полноценному успеху не помогло ни аниме Bayonetta «Кровавая судьба», в точности повторяющая сюжет первой части, ни перевыпуск для консолей восьмого поколения. В чем-то они были правы. Во второй раз ставка на один только эпатаж бы не выстрелила, так что не получилось у Сеги и Церезы большой любви. Увы, потому персонаж, в которого вложили столько любви и креатива, рисковал остаться пони с одним трюком. Но ангелоборческая дамочка вернулась. Исключительно потому, что в талант студии Platinum Games поверила Nintendo. Именно благодаря ее доверию сначала на Wii U, а затем и на Switch вышли такие хиты от платиновой конторы, как Bayonetta 2, Wonderful 101 и Astral Chain. Вторая часть Bayonetta стала поистине амбициозным сиквелом, которому не повезло с платформой. Wii U оказалась крупнейшим провалом Nintendo в 21 веке. Покупали консоль плохо, а значит, из-за низкой базы обладателей консолей поиграть в хитовый слэшер смогла лишь горстка неравнодушных к экшенам людей. Ну ладно, не горстка. Но в любом случае цифры скромны. В Японии, где традиционно сильны позиции игр Platinum, за первые три недели продаж реализовали всего-то 50 тысяч копий, а в остальных регионах и того меньше. К счастью, вышедшую в 2014 году игру перенесли на Switch 4 годами позднее, сделав из нее ультимативное издание с крутыми костюмами для ведьмы, которые вдохновлены играми The Legend of Zelda, Metroid, Star Fox и даже Super Mario Bros. На этот раз шаловливая охотница решила пустить в расход и зализывающих раны после первой части небожителей и резидентов ада, куда отправилась вслед за лучшей подругой Жанны. Собственно, первая половина сюжета как раз посвящена тому, что Жанна приняла удар монстра Гаморы вместо Bayonetta, но не умерла, а стала добычей похотливой демонессы, питающейся душами особо мощных магов. На пути в Инферно героиня встретила мальчишку Локи с магической силой, которая превосходила других известных Bayonetta магов. Злой брат-близнец Локи, Лоптер, с помощью обмана завладел силой Локи, а саму Bayonetta вместе с ее отцом Балдером отправил на 500 лет назад в прошлое, во времена охоты на ведьм, во время которой был практически полностью уничтожен клан Умбра. В сиквеле Камия, который на этот раз занимался сюжетом и выполнял функции супервайзера, красиво связал воедино истории обеих частей. Ему удалось показать смерть матери Bayonetta Розы как важный фактор в становлении характера героини, а также приоткрыть завесу над историей непогрешимого священника, ставшего отморозком. Bayonetta 2 буквально завершается тем, что Балдер вынужденно впитывает темную душу Лоптера, спасая мир от надвигающейся катастрофы, которую он сам попытается повторить уже во время событий первой части. То есть Bayonetta 2 стала одновременно сиквелом и приквелом, уйдя от необходимости с нуля ознакомить геймеров с миром игры и его странными обитателями. Насмешки над игровой индустрией стали звучать в сиквеле куда чаще, смелых поз стало еще больше, хотя слишком откровенную пытку ангелицы Джой из продолжения все-таки убрали. Зато добавили несколько отсылок и звуковых эффектов из Angel Land, 8-битной версии Bayonetta, которая была доступна в Стиме всего несколько дней в качестве первоапрельской шутки. Самым большим ее фанатом является Родан, хозяин бара «Врата Ада», и демон, при виде которого невозможно отделаться от чувства, что смотришь на Блейда в исполнении молодого Уэсли Снайпса. Platinum Games обожают страны секретных боссов. Вне автомата в этой роли выступал генеральный директор Square Enix, а у Astral Chain особо пытливых геймеров ждет трехголовая и шестирукая химера, более известная как Эфир. В первой части Bayonetta секретным боссом был бармен в роли ангела. А в сиквеле он же превратился в супердемона, а по совместительству самого сложного босса в жанре слэшер. Что же придумают для Родина в третьей части? В лучшие моменты вторая часть напоминает God of War с женским протагонистом, который больше всего любит троллить врагов и убивать очень больших боссов с
специальными климакс-атаками. Так здесь называются особо мощные финальные добивания. Изначально Хидэки Камия был настроен скептически по поводу сиквела, но щедрое финансирование Nintendo заставило брутального игродела подобреть, а затем и вовсе растаять. Так что же в сухом остатке? Байонетта запомнилась нам двумя основными частями, крутым аниме от создателей Hellsing, секретной 8-битной игрой и починка автоматом, про который даже вспоминать не хочется. Неплохой багаж перед началом третьей части, верно? Ее анонс состоялся в 2017 году, но за эти годы авторы выпустили буквально пару трейлеров, предпочитая хранить молчание. Общая разработка Bayonetta 3 заняла около 5 лет. Напомним, что именно такой срок разделяет первую и вторую части. В отличие от предыдущих игр серии, доступных на нескольких платформах сразу, Bayonetta 3 выйдет исключительно на Switch'е и станет одной из главных игр консоли в 2022 году. Platinum Games уже пообещала, что заключительная часть трилогии будет самой кровавой и крышесносной игрой из всех, которыми они когда-либо занимались. Но для людей с пуританскими нравами в игру впервые добавляют режим самоцензуры. Опция «Наивный ангел» позволит отключать особо кровавые сцены, пикантные углы обзора и частичную обнаженку. По сути, даст возможность включать family-friendly режим или стримить игру на Твиче без риска нарваться на санкции со стороны площадки. Из-за скудных крох информации, редких интервью и всего двух трейлеров за много лет вокруг третьей части образовался клуб любителей теорий и гипотез, не хуже, чем у какой-нибудь Death Stranding. Часть из них уже подтвердилась. Так в новой игре будет по меньшей мере три версии Церезы из трех разных таймлайнов. Платиновые игры планируют сделать свою мультивселенную с байонетами, которые помогают попавшим в беду подружкам. Но при этом играбельных героинь пока заявлено две. Байонетта в своем классическом виде и Вайолет, полностью новая героиня с котиком-переростком по прозвищу Чешир. Девушкам предстоят путешествия по различным реальностям, в которых будут появляться новые версии уже привычных персонажей. Например, молодая Жанна. Похоже, идея с омоложением Балдера во второй части пришлась студии по вкусу. Ну а воевать дуэт будет против гомункулов, монстров, которые были созданы людьми в качестве биологического оружия и которых нельзя отнести ни к классическим демонам, ни к ангелам. Причем и те, и другие никуда из сюжета не денутся. В трейлере Штыканесса разъезжает верхом на огромном демоне-тарантуле, которого сама же побила и приручила. Отдельное внимание обещают уделить городу Токио, мелькавшему во всех трейлерах. Ценность Байонетты для жанра слэшеров трудно переоценить. Крутых мужиков с катанами или пулеметами пруд-пруди, а вот сильные женские персоналии в явном дефиците. Цереза не стесняется быть женщиной и пользуется своей привлекательностью, но не для соблазнения, а скорее для троллинга всех, с кем ее сводят приключения. В каком-то смысле она похожа на женскую версию безбашенного Данте, хоть и умеет держать себя в руках, не растрачивая пыл вне боя. Авторы из третьей части открыто в трейлере показали, что у каждого героя будет как минимум по одному двойнику из альтернативной вселенной. В третьей части Байонетты предостаточно отсылок к предыдущим играм серии. Новая героиня Виола, начинающая ведьма, чертовски напоминает Вергили и также сражается с помощью катаны. Часть пользователей вообще разглядела в ней отсылку к Неро. Ну а эпизод с приручением демона-паука практически покадрово цитирует первую Devil May Cry. К слову, именно она когда-то возглавила чарт игр Character Action, ставящий крутизну героя превыше всего. Впоследствии некоторые экшен-игры стали копировать элементы формулы Bayonetta, совмещая провокационность, динамику и общий фановый дух. Среди ярких примеров — Lollipop Chainsaw, который изо всех сил пытается быть еще одной Байонеттой, но ей не хватило харизмы и стиля. Shadows of the Damned, главный герой которой мексиканский убийца демонов Гарсия Хотспур спустился в ад ради возлюбленной, совсем как Цереза, полетевшая за Жанной. И Darksiders 3, с опозданием подхватившая моду на сильную женщину, которая не лезет за словом в карман, а попутно любит отпустить циничную ремарку или обжечь пассивной агрессией. О таких очевидных примерах, как Nier Automata, Astral Chain или Metal Gear Rising, даже заикаться не будем. Тем более платинумы имеют самое прямое отношение ко всей троице.
Действие Байонетта и Астрал Чейн может происходить в одной вселенной. Гомункулы присутствуют как враги в обеих играх. А еще в третьей части Байонетты появится полицейский маскот Леппи в виде огромного песика, которого можно получить в Астрал Чейн. Релиз планируется ближе к концу осени. А значит, всем нам придется как-то скрасить долгое ожидание начала войны с гомункулами. Лучший способ – перепройти обе части Байонетты, тем более они до сих пор не устарели. Либо поиграть во что-то близкое по духу. Мы собрали 5 игр, которые точно займут вас до релиза. И вот почему. Ведьму Умбра добавили в Super Smash Bros. Ultimate, главный файтинг на Switch и один из главных файтингов финального десятилетия. Это сразу две причины поиграть. Во-первых, файтинги хорошо развивают дисциплину и умение запоминать длинные комбо-цепочки. Без этого в Байонетте на сложности выше средней не выжить. Во-вторых, файтинг по праву стал одной из главных игр платформы. Контента здесь хватит на десятки часов. А если и этого мало, то, согласитесь, огромное количество нарядов для байки перевешивает все сомнения. Здесь даже разрешают нарядиться в костюм Жанны, взяв ее фирменную прическу. Серия NieR насчитывает уже 3 игры, но Автомата — главная в троице, куда входят также Репликант и Reincarnation. Игра уже давно вышла везде, кроме Switch, и в качестве компенсации за долгое ожидание версия для нашей любимой платформы получит эксклюзивные костюмчики с плечей принцессы Пич или Самус Аран. Всего же в игре 26 концовок, так что геймплея хватит надолго, если усидчивость не подкачает и бытовые дела будут не слишком отвлекать. Есть только один нюанс. Порт игры на Switch выйдет всего за 3 недели до релиза третьей части. Гоити Суда — еще один безумный повелитель игрового кода. Его завершение трилогии No More Heroes запомнилось нам как одно из ярчайших событий 2021 года. Если с кого-то и стоит брать пример в плане экспериментальных механик и креативного прошибания четвертой стены, так это с Трэвиса Тачдауна, который к финальной игре явно превратился в мужскую версию Церезы. Зубоскалит, знает себе цену и владеет запретным кунг-фу. Героям Байонетта давно стало тесно в рамках собственного уютного адочка, и Камия выдал им приглашение в другие команды супергероев. В ремастере The Wonderful 101 на Switch есть место для ключевой троицы, которая прошла через все перипетии первых 2 частей — самой Байонетты, ее подруги Жанны и Родена. Все они представлены в виде вандер-персонажей, эдаких чибиков, которые выглядят потешно, но способны дать отпор любому. Забавно, что наряду с ними Камия добавил в игре себя под именем Wander Director. Финальная рекомендация самая неочевидная. Чтобы пережить события Байонетты 3, вам наверняка понадобится держать себя в форме. Как минимум пойдут на пользу кардиотренировки, чтобы не поймать инсульт, встретив очередную одноглазую Церезу в мультивселенной третьей части. А лучший способ быть здоровым, как известно, тренировки в Ring Fit Adventure. Укрепляют тело и дух перед нападениями агрессивных ангелочков, точно говорим, а заодно завершают наш необычный плейлист. У многих игр Хидэки Камии непростая судьба. Культовый статус не всегда способствует хорошим продажам, а любую перспективную вещь, например, Scalebound, могут отменить в самый последний момент. Но мы верим, что Bayonetta 3 не просто выйдет в срок, но и станет новым стандартом качества для слэшеров на Switch. Сейчас у игры есть все предпосылки, чтобы оправдать годы ожиданий. Вторая часть вышла 8 лет назад, а это, согласитесь, слишком долгий срок разлуки с такой сердцеедкой, как мисс Цереза Байонеттовна. И на этом все. С вами был Борис Репетур. До новых встреч! Спасибо всем, кто помогал нам сделать это видео. Спасибо очаровательной Насте, спасибо Борису Репетуру. Также мы благодарим вас, дорогие наши зрители. Если вы хотите, чтобы подобных видео было больше, подписывайтесь на наш канал, заходите в Телеграм. А также мы благодарны всем нашим бустерам за поддержку. Если что, ссылка на наш бусти тоже здесь внизу. Ну и всем нам желаю, конечно же, что дождаться выхода Байонетты и с большим удовольствием в него поиграть. Настя, а может... постримим? Дай-ка подумать. Да, конечно, пострим, куда я денусь, ну? Ну все, пока. Настя, бери твой чупа-чуп. Блин, забыла дома. Ладно, зайдем к Родину, купим. Мне чупа-чупс, тебе золотой билетик.
Бобра бить в ходы? Нет, не надо, пожалуйста, пощадите. Он хорошенький, его жалко. А он даже не демон. Давайте на бусте соберем я на костюмы с Жожи. Так, подожди, давай, целимся в ходы к бобру. Так. Да я люблю тебя! Смотрите, какой у меня красивый ботинок. Ботинок. Привет, ботинок. От меня кусок отрылся. Fly me to the moon, let me play among the stars. Та-та-да!